На территории Московской области проходит социальный раунд «Маленький пассажир, большая ответственность». Профилактическое мероприятие стартовало 29 января и продлится в течение месяца. Тему продолжат мои коллеги. Все пассажиры, которые едут в транспортном средстве, должны быть пристегнуты. В том числе это касается сзади сидящих пассажиров. Там также сейчас предусмотрены ремни безопасности. И вот для всех, кого предусмотрены ремни, должны пристегиваться. В этой люберецкой автошколе обучаются более 200 человек. Каждый из них обязан знать о важности ремней безопасности и использовании автокресла при перевозке детей. Об этом рассказал и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Максим Каратун. Лейтенант полиции напомнил, что перед началом движения водитель обязан не только пристегнуться сам, но и проконтролировать, пристегнуты ли ремнями безопасности дети. Пристегивать ребенка лучше самим. Ребенок ли до конца не пристегнется? Он не смог, не успел, торопился, пристегнулся не до конца. Даже при резком торможении он полетит вперед. Перевозить детей нужно только используя специальные удерживающие устройства и ремни безопасности. Учащиеся автошколы эти правила знают. Дети у меня есть, у меня ребенок 12 лет. Ездим, бывает, в такси с друзьями, с товарищами. Пристегиваю ребенка сама, лично. Для безопасности. Мало ли там, поворот не тот. Или что-то там бывает же всякое из-за этого. Такие встречи будут проводить до 25 февраля. Участникам дорожного движения раздают памятки и информируют, как работает детская удерживающая система и как выбрать автокресло для ребенка. Привитие изначально правильных навыков поведения на дороге очень важно для безопасности дорожного движения. Главной целью раунда является повышение уровня дорожно-транспортной безопасности среди несовершеннолетних пассажиров автотранспорта. Замечается тенденция к тому, что сознательность водителей, родителей, да, и в целом участников дорожного движения растет, поэтому эти социальные раунды, целенаправленные, очень положительно влияют на уровень безопасности дорожного движения. За 2023 год люберецкие госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности более 1000 водителей за нарушение требований к перевозке детей. Штраф – 3000 рублей. Но главное не это, а безопасность маленьких пассажиров. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.